Цены на нефть сегодня вновь ставят антирекорды. За баррель марки Brent на торгах в Нью-Йорке дают менее 33 долларов. Это самый низкий показатель за последние 12 лет. По мнению экспертов, на черное золото давит рост запасов топлива в Соединенных Штатах. Также сказывается замедление экономики Китая. Из-за падения индексов там сегодня пришлось остановить торги на фондовых биржах.